Амутинским школьникам вручили знаки первых. Ребята участвовали в региональном марафоне. Он стартовал с начала учебного года и включал в себя множество заданий, в том числе на сплочение коллектива, выработку классных традиций, изучение истории малой родины. Дети из села Ситниково дошли до финала. Сегодня им вручили награды, памятные значки движения первых. Напомню, это молодежное движение было организовано по поручению президента. Ребята, конечно, еще пятиклассники, возраст такой 10-11 лет, но тем не менее они уже осознают всю важность, они понимают, чего от них хотят, они понимают, что нужно развиваться, нельзя стоять на месте, нужно быть постоянно в движении, что-то узнавать. Ребята молодцы.